Вот у нас утренняя прогулка. Надежда Васильевна нас провожает. Машет рукой, благословляет. Это утренняя прогулка Игнатия Тихоновича и Любовь Николаевны. Прекрасное утро, вон голубь сидит на проводе. Так, сейчас мы пойдем. Господи, помилуй, спасибо. Ты благослови в этот путь. Хвала тебе, милосердный Создатель. Аминь. Аминь. Кто там дома есть? Привет. Да. В глазок. Видеонаблюдение. Расскажите. Ваш маршрут расскажите. Вот доходим до Комсомольска. Так, далее. И по нему никуда не сворачиваем, доходим до Барнаулки. До Барнаулки доходим. И сразу переходим и туда дальше, где автобусы идут. Прямо вдоль. И там видно, когда мы сходим вниз. А там уже все видать. Призывно молитву. Вот сейчас мы по Комсомольскому вниз сюда дуем. Что-то много машин есть. Это пятница. Ну и что, что опять? Рабочий день. У нас сегодня церковный праздник, Благовещение. Но то у верующих только праздник, а у неверующих обычный день. Да. Наша колонна, как вы знаете, говорят, это свет кого. А что это свет? Это я нижняя палка, я пошел сейчас. Один раз зашел, не было в другом месте. Она меня не знает первый раз. Она ни слова не берет, встала, все и покрыла голову сразу. И потом она в потеряевке была. И вот у нас шторы, которые. Так она все жертвовала. Такие люди есть. Удивительно, сегодня с утра такое движение машин и туда, и сюда, со всех сторон. Это вот музей, ограда музея там внутри.
подожди. Вон машина поворачивает, друзья. Даже видишь, что пассажиры, пешеходы идут без тормозов. Это Максима Горького улица. Вот оттуда мы сейчас пришли. Особняк, конец 19 века. Государственный художественный музей Алтайского края. Старинное здание такое старое. Поменяли дело? Вон какие эти колонки-то вверху. Ага. В окнах колонки. Работает, подметается. Это мы Малотобольская улица проходим, которая поперек улицы. Сейчас покажу. Малотобольская. Пивзавод тут. Убивающие души. Один материал.
Баварии. Вот, покажите. Mm-hmm. Там вот покажите такую же. Вот там статуя, это бронзовый ребят. Мужчина и женщина. Mm-hmm. А вон сидит шпиль, вот он где. Решил работать, вот он, ресторан. Банкетный бар. Ой, а то у него пиво так либо. Да, вспышки у вас. У него уже ничего нету, пропился сидит. Кусочек хлеба гоняет. Оп, жонглеры. Вон они сидят. Дикие голуби. А что, вы каждое утро ходите, вот столько машин ездит? Да. Каждое утро, кроме субботы, воскресенья, там поменьше. Угу. Вот смотри, как он стреляет. Это вот кто-то переведет в другое место. Вон сороки между собой что-то дерутся. Битву устроили. Как петухи. Морепродукты. Ага. Такая рыбина мощная. Такая небольшая река, это мост вот небольшой тоже. Решетка такая интересная, сделана и внизу он там это укрепление, и туда не попадет ничего, иначе человек проскочит, а так никак. Посмотри, как сделано. Это Барнаул. Вот скрылся уже второй. Дома, которые такие есть, там называется Волна и Брик. Это Бригантина. Там переход еще есть. Я иногда вот так вот спускаюсь, когда нет, вот здесь по стороне. Сейчас по этой стороне пройдем.
приезжают. Вот те трассы, я не знаю. Дальше был тут речной порт. Сейчас его убрали. Вот нам покажи. Вот это вот часовенка поставлена. Говорят, это площадь не Баварина, Владимира. Вот везде вот эти вот самокаты ставят на ночь. Я насчитал их больше 20 в разных местах. Ну и согласился, кто там был, заряжает каждый день. А мы вчера раз не видели, с братом Игорем днем начинает ездить, когда потеплеет, молодежь много ездит по городу. Ну так сейчас на ночь, зачем ответить? На ночь, без присмотра. Там, где мы проходили, все дни. А там блокировка стоит, ты его не утащишь. Может быть. Здесь речной порт был, сейчас вот ничего нет. Строительство ведется. А вот двумя палками идет мужик на ждать. Пойдем пошагаем. Со святого Владимира, он Владимир и Владимир. Вот так. Каменная плита тревожно-красноватого оттенка перерезает пополам сосуд в зеленых тонах, вон он где. Так образно художник показал трагически оборванную жизнь человека, много сделавшего для развития процветания города. С обратной стороны мраморном постаменте нанесен надпись «Площадь названа в честь главы городского самоуправления Барнаула Баварина Владимира Николаевича». 1939-й – это мой год рождения. 20 лет назад погиб. Ну и здесь поставлено по полной дне. Сейчас мы туда зайдем. Котя охраняет от мышек. Котя. А вот смотри. Главы городского самоуправления Барнаула Баварина Владимира Николаевича. 39-2003. Вот. Когда он погиб, я до 12 ночи названивал. Верующий он был или не верующий. Мы очень близко были знакомы с ним. И Ольга Николаевна Шепчук, главный редактор «Алтайской правды» губернской газеты, говорит, да, верующий. Он там у Золотухина сын, там, не знаю как, Валерий Сергеевич. Я не говорю тому, что там так жили, но главное, что он стоит с ребенком в церкви. Ну, я помолился за него. Упокой его, Господи, душу раба твоего, Владимира, обители Небесной. Он так много сделал для нас. Я каждый день вспоминаю его. Да благословит его Господь. Там приезжал, который землю получили, храм, удивлялся, как много сделали. Там у меня снимки есть. Когда в частную собственность мне передавали, они должны были мне. Когда суд шел, я освободился, подал в суд, 11 лет шел в суд. Претензии мои были на все, что изъяли, я был реабилитирован. 11 миллиардов стоило это по тем деньгам. Ну и вот здесь получается, что суд выигран был, а что взяли, надо вернуть, а нигде ничего нету. Ну и тогда вот он-то его сделали виновным, а КГБ в стороне. Умно все сделано было. Ну и все-таки
Так вот я получил 13 соток, красивейшее место в Барнауле. И два здания. В одном церковь сделали, а в другом мы живем. И вот, как художник выразил, зеленый сосуд, значит, его жизнь, как бы обрубленная. Ему 60 лет было. 60. Получается так. Поднимали, помаленьку продвигали вот так на эти. Вот так сделано. Вот это удивительно. Вот я посчитал. О, все. Пинки ухели. Позавчера. Было позавчера. Еще лед стоял. А вчера уже не было его. Так, картинки маленькие, тащи. Я узнаю, насколько она будет больше. Вот это как вот идет ограждение. Здесь речной был, как-то речной порт или вокзал был. И, видимо, не продали. Вот, смотри, вот этих вот, которые ограждение сделали, это не было. Вот как они сделали. Вчера не было еще, сегодня уже есть. А вот это вот вниз идет, вниз, отступенели, вот 10, ну не 10 этих, пластин белых. И вот насколько потом будет подниматься, это уже можно узнать. Так, все, уходим. Какая громадная стройка задействована. Уважаемые пешеходы, в связи с аварийным состоянием набережной зоны проход закрыт. Но там даже рыбак есть, вон. А ну я говорю, на этом еще не оставил. Это рукав называется. Рыбак. Вон рыбачит, мужчина стоит. Спиннингом. Вот здесь вот, вот эти вот, которые в воду спускаются, 10 штук, вот смотри где. Вот ровно, а потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десятый согнутый. Ну, она прямо воды касается. Теперь можно будет узнать. А это для воды, да? Вот а? Это что? Вот это что? Да ничего, так, ничего я не знаю, она дырявая. Все угодно дуло там, не знаю. Может быть, тень создать. Тенечек-то она. Она не дырявая, Игнатий Тихонович. Там стекло.
Там стекло лежит сверху. Что лежит? Стекло прозрачное или пластик. Да ты что? Да. А я помню, еще нету. Гребной канал, нулевой километр. То есть отсюда измеряется. Вот она идет. Как величественно вода протекает. Вон, видите, что написано? Вон. Вот это велосипеда, а тут это велосипед. Прокат велосипедов. Дай, Господи, благослови мирной жизни. Сохрани от всякого рода зла. Красиво, конечно, сделали. Таких ограждений не было. Недавно появились. Разные деревья. О, какие быки называют, стоят. Вот так. Вот я каждый день прихожу сюда и молюсь. Господи, благослови меня. И сохрани этот мост. Защити его от недобрых людей, Господи, такую красоту, сколько труда положили. Господи, я как сторож каждый день прихожу и молюсь Тебе, услышь мою молитву. Защити, сколько людей тут едет транспорт, 3 полосы туда-оттуда, сколько людей тут Бога благодарят, проезжают. Это один из красивейших мостов. Как там сделано вон вверху, это победа, в какие дни, в каком году, над какой столицей. Милостью Божией полна земля. Так, поднимаемся на гору. Как надо было взять? Залезешь, нет? Посмотрю. А? Ну, все равно возвращаться сюда. Ну, пойдем, потом. Далеко шли. Надо же там. Каждый раз видите, лезем с ними, ну там важно лучше. Ну, а потом, когда залезет, прямо с Бога собираешь. Пошли. Бросил, надо поел и бросил, пошел. Это русский человек. Вон где. Интересно, там он идет, как он может не плыть? Сколько времени стоит по селёжке? Вот это вот одна губа идет. Но она все равно оттуда выходит вода, только посередке остается. И там. Там делать, конечно, нечего нам. Залезать, я дальше не пойду. Ветер сильный. Нет, конечно. Ага. Любовь Николаевна не сможет дальше подняться. Коленка болит у нее. Давай, помолимся. Одна ты не будешь, мы на той стороне сойдем.
эту горку. Вы сами поднимайтесь, я заверну. Нет, я смотрите. Я еще не натренировалась, чтобы по лестницам лазить. Аккуратнее как-то. Три тавра. Можно так снять, дома посчитать, сколько гаек. И они тут не могут. Они его тянули, тянули, тянули. И когда у них начало качаться, я не знаю, 2000 что ли тонн железа чуть не оказалось в воде. Они остановили, и особый институт в Москве, оттуда призвали специалистов, что делать дальше. Это очень серьезное дело. А вон на льдине стоит с удочкой. Да, я уже показал его. Он играет с этим. Со спиннингом. Это очень опасно. Надо ударить его. Вот отсюда как выглядит. Волна ударит, уплывешь. Конечно, не услышишь. Вот. Посчитай, сколько гаек. Сними, я думаю, может быть посчитать. Вот, иди. Соединение, пойдем. Еще он льдины стоят вон вдалеке. Ну да. Ну вода там вокруг идет. Затор. Заторы эти, как правило, подъезжали, там устанавливали заряд и взрывали. А теперь вот посмотри, уровень. Вот где мы пошли. Послушался. Да. А я вот так стоял, ловил его там дернул. На глазах люди все бегают, кричат, а ничего нету. И один бомж идет, он сразу в кармане у него длинная веревочка. Он бросил и подтащил. И мэр города его наградил. Ни у кого нет веревочка, у бомжа есть.
назад или пройдем до конца, в другой стороне пройдем, тут сойдем, и вот туда храму поднимемся. Дойдем один раз. И знаете, значит, это долго будет. Во-первых, поешь. Я глядя на тебя и сделал. А вы сказали, не будем подниматься-то. Это вы сейчас решили. О, надписи. Молодежь. Геннадий Тихонович, так лучше там поверху пройти, да и все. А там нет, ну как нету, там вон там дорожка-то, дорожка-то. Там до конца это, проходит они вниз. Вон дорожка, вон она, дорожка, вон. Там же легче спускаться.
пошли около этого здания. А пойдем сейчас. Около того здания, сбоку справа видать, либо. А тут будет это мимо этих один. Почему дорога? Это монастырь, да? Да. Здание, что монастырь, говорят. Там я у них был. Там занятия были, мы ходили. Нас спрашивали. Там летишка был. Монахини тут где две кольца сгорело. Как раз и наши там где монахини сгорело. Красный, куда вы идете-то? А я отсюда смотрел, не видно, я говорю, надо же, нету. Все. Вот он зеленый, все. Здесь уже знаков нету. То есть каждое утро вы здесь ходите, да? Да, каждое утро вот этот путь. Я там поднимаюсь только на три ступеньки, молюсь и оглоблю назад. Так что я выхожу на работу, охраняю этот мост молитвами. Надо найти, кто кому подчиняется, узнать, будут они платить мне или нет. Я это сделаю все равно. Схожу познакомлюсь.
Смотри, чтоб тебя не задело. Есть. Вот это вот сейчас остановиться надо будет, и вокруг все снимешь. Ага. Вот сюда. Начни показывать, как он. Теперь вон туда. Какие? И ничего не было, когда я тут был. Все, пошли. Сзади машина, Любовь Николаевна. Ни разу не видал, первый раз.
Она по сравнению с этими зданиями маленькая сейчас. Да. Та, машина. А вон вверху. Дальше там. Это лапа. Она вышла за территорию. Там все. Видимо, какой-то код выводить надо. Буквально за несколько лет настроили вот эти здания большие. Так, поворачивай назад, здания все захватить, сколько этажей. Да, да. Где можно захватить? Одну мы детские площадки. На спине коробки там вот сюда заходят дома, я видел. Ну, один да. раз я утром прошел, 7 штук увидел. Я говорю, велосипеды это дают там. Отсюда я показывал, вот эти, сюда.
Вон как. Вон голубь куда в дырку залез. Вот здесь я сколько раз иду, бывает решетка. Маленькая дырка, голубь не залез. Машина. Подождать надо. Очень странно будет. Вот труба, в которой, вот представьте, вот там еще в этой трубе голубь залез, он же проверил, что там ничего плохого нет. А вот здесь вот эту решетку, где-то туда голубь нырнул тоже. Мне там не мочит и все. Да. Ну куда? И там по сухому пройдем. Пошли? Давай. Вот сюда же. Вот здесь, Володя, медленно сними этажи все. Такого этажа, там еще обработка идет. Убрали железную дорогу, оторвали, что нам не нужно. А когда-то проводили, нужно было. Машина! Не будем заходить снимать внутри? Не. Да, хорошее было у нас сегодня. А вот слева, посмотри, это же не тополь. Клен? Клен, гляди какой. Его втроем не обнять. А втроем-то обнимешь. Ворона гонит коршуна, потому что у вороны где-то гнездо здесь рядом. Ой-ой-ой. Вдвоем только можно обнять. А вон домик какой-то есть красненький. Да, это наш.
наша улица налево поворачивает. Да, дружелюбный песик красненький. Яна, где вот Николай? Давай, запирай двери. Закрывай. Закрывай. Господи, слава тебе. Ты возрастил нас в мире и целости. Хвала тебе, любящий наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кланяться не буду, потому много что спина должна быть прямая. Вот где сегодня мы прошли, это 4000 где-то 80 шагов. Спасибо, Христос, за прогулку. Слава Христу. За дозированную ходьбу. Немножко для меня многовато, но я выпрямилась. Слава Богу. А вон он, черный канал, вон. А этот, который подпал, его потеряю в кубра черного? Нет. А ты что, там одного везешь? Одного белого, все. А одного и привозили? Да. А с каким он тогда у меня там был? Кто, кот-то? Ну да, белый-то с каким был там на твоем участке? Там же с ним еще какая-то была? Не помню я. Ну, у меня, в принципе, котенок есть, кошечка, я могу с собой ее взять. А где она? В подполе. Там же? Да. А какая кошечка? А, трехшерстная, рыжая, белая, черная. Откуда так... ты ее взял? А черная родилась. Да. Я двоих отдал. Нет, а... тогда не надо. Один остался. Нет, тогда не надо. Но я помню, когда я рыбу-то давал, так там два было. Ну все. Слава Богу за все. Это жених наш, наших кошечек. Подай ему голос свой. Ну. Черныш, черныш. Дядя Вова, открывай. Все, слава Богу за все. Аллилуйя.